Слава Украине! Привет от Полонского. Ребята, буквально минутка новостей. Наши полностью возобновили государственную границу, державный кордон на Сумщине, в Сумской области. Ребята, это отлично. Мы думали, что раньше освободят Черниговщину, оказалось раньше Сумщину. Нет, анклавы с вооруженными российскими террористами там и сям на Сумщине еще есть. Это надо понимать, и их надо доконтропупить. Но, поймите меня правильно, кордон, державный кордон Украины с фашистской федерацией відновлений на Сумщине. А что касается Черниговской, соседней Черниговской области, там продолжают контрапупить фашистов, продолжают их гнать границы, деблокируют различные населенные пункты. Информации будет больше немножечко позже. В любом случае, все идет в позитивном направлении. Кстати, на Харьковщине тоже насыпают гадом. Так что все хорошо, слава Украине.